Я надеюсь, что вы все живы. Да? Вас немножко взбодрило. Что такое фенотипическое клонирование? Как вы себя это представляете? Что такое фенотип? Давайте на макроуровне. Ну что такое на макроуровне? Вообще на мега-макроуровне фенотип. Человек. Это вот он такой. Да, там, у меня рыжие волосы, белая кожа. Биотип – это уже более глубокая характеристика каждой структуры. Каждую структуру организма на самом деле можно проанализировать и рассмотреть с точки зрения какой-то математической единицы. Например, толстый, тонкий, средний, узкий, широкий, высокий. Любую можно взять линейку и все это померить. Например, только линейным, да, каким-то измерением. Фенотип – это комплекс признаков генетически опосредованных с приобретенными внешними и внутренними признаками, которые вы являете в особенном индивидууме. Поскольку последние 15 лет тенденции вообще всей медицины, не стоматологии, мы так тут вообще рядом подкрепаем, а общая медицина – это персонализация медицины. Да? Во всем мире говорят о том, что нужно персонификацию делать. Там делают таблетку, которая будет лечить конкретного человека, да, или делать какой-то конкретный аппарат для конкретного человека. Персонификация. И родилась такая идея подумать о том, как можно планировать хирургическое лечение, исходя из особенностей каждого пациента. То есть применить здесь индивидуальный подход и персонализацию. Мы имеем с вами в руках что? Методики, знания, инструменты и материалы. Правильно? Как добиться 100% успеха в случае каждого пациента? Как вы думаете? А чем дальше я работаю, тем больше я понимаю, что все ошибки лежат в начале пути, когда мы принимаем решение. Даже то, что когда у вас вдруг, как вам кажется, порвался где-то лоскут во время операции или на этапе послеоперационного периода, это было там, это было все в самом начале пути, когда этот пациент сел в ваше кресло, и вы где-то недооценили его статус. Раньше в институте мы это говорили, статус, да, у нас был общий статус пациента, когда, помните, мы учились истории болезни писать все, вот, был общий статус, и нам на свита, нам на сморби, и вот это была целая структура. Это был на самом деле очень полезный навык. Мы, к сожалению, когда сели у кресла, как-то его так подрастеряли, и набитые шишки нас толкали на поиски каких-то путей. Может быть, вот этот лектор нас научит, как правильно делать. Вы приобретали очередную методику, возвращались, и у вас опять получалась та же самая история. Здесь получилось, тут нет, материал плохой, поменяем материал. Инструменты, поменяем инструменты, вообще диплом выкинем, не будем больше работать, да? Поэтому я очень долго думала. У меня вообще такая есть склонность к логарифмизации процессов, потому что мне все хочется встроить в математические структуры и формулы. Мне так понятнее и проще жить, когда я четко понимаю, что зачем у меня будет следовать. Что должно учитывать фенотипическое планирование? Конституция. Влияет она как-то на хирургический протокол? Как вы думаете? На подготовку к хирургическому протоколу, возможно, например, на какие-то на последствия хирургического лечения. Есть же у вас свой опыт, вы же все работаете много лет, у всех огромный стаж, и все применяют разные методики. Наши самые страшные пациенты, которых я начинаю бояться от дверей клиники. Остенники. Да я не имею. Астеничные, даже и мужчины, и женщины, это не имеет. Гендерный признак здесь меньше влияет. Больше все-таки являются конституциональные особенности. Да, это астеники, гипостеники. А что с ними не так? Чего у них не хватает вообще? У астеников. Жизненной силы. Это точно. Чего нету? Чего нету? Сосудов мало. Сосуды и... Все-таки жир в человеке организма должен присутствовать, он участвует в обменных процессах. Это депо вот этих полипотентных, в том числе клеток, которые будут влиять на регенерацию. Тип кости, костной ткани.
стандартная есть классификация, никуда от нее уходить не надо, очень удобно, все с ней понятно. В свете того, что вы сегодня узнали, прослушали, повторили, с того, что Алексей Николаевич рассказал, я думаю, что теперь будет более структурное понимание, да, какие клетки у вас находятся в первом типе кости, извините, какие клетки находятся во втором типе кости, какие клетки в третьем и какие в четвертом, и почему в каждом из этих типов будет разный процесс регенерации происходить. То есть он, процесс-то будет один, но результат вы получите разный, соответственно. Естественно, что если мы говорим о фенотипе, почему бы нам не сказать о фенотипе полости рта? И мы имеем полное право, как мне кажется, на это. Есть вот фенотип общий, а мы можем выделить его как фенотип полости рта, как отдельная структура. Естественно, что объем кости, объем мягких тканей – это точки и области крепления мышц, тонус мышц, артикуляция, форма зубного ряда, форма и размер зубов. Это все фенотип полости рта уже, да, мы уже сразу от макро резко переходим в свой микроуровень. Высота межалярного расстояния. Уровень, вот здесь вот мы заканчиваем, здесь заканчиваются генетически опосредованные факторы и структуры. Дальше, это все, что человек приобретает. В процессе его жизни и взаимодействия со специалистами и окружающим миром. Это гигиена, общий статус здоровья человека, уровень стоматологического здоровья, образ жизни, работы, режим дня, индивидуальные особенности, то, о чем только что вы говорили, витамины, курение, образ жизни в плане даже режима вот этого. Человек, например, не высыпается, или он, у него ночная работа вдруг, да, у него сутки, он, например, дежурит, он двое спит. Что с ним случается, как вы думаете? Серая кожа. Ну, помимо того, что, ну, знаете, почему у него серая кожа? У него сужение артерии каротис происходит. Потому что чем она иннервируется? Что ночью возбуждается? Да. И за счет того, что человек не отдыхает, работает. Да, у него и соответственно здесь все механизмы. Это мы все должны с вами учитывать при планировании хирургического вмешательства. Я бы сказала не идти на какие-то нетрадиционные риски, а не на какой-то такой аферизм хирургический, да?